Ежедневно в России побоям и унижениям подвергаются 36 тысяч женщин. За один год в стране их погибает столько, сколько мужчин погибло за 10 лет афганской войны. Бросил муж, поругалась с родителями, родился ребенок-инвалид. В каких только сложных жизненных ситуациях не оказываются женщины. И на что только они не готовы в порыве эмоций, даже на самые отчаянные поступки. Очень часто обращаются женщины, которым просто некуда пойти жить, потому что какой-то конфликт в семье произошел. Церковь, ну, не имеет возможности приютить, да, всех, к сожалению. И такой центр был, теперь уже был, очень актуален, потому что он теперь есть. Это практически невозможно было без фонда сделать, потому что, ну, такое помещение в таком месте на такой длительный срок мы не можем себе позволить, не могли себе позволить. Теперь, слава богу, такая возможность есть. На самом деле безвыходных ситуаций не бывает. Главное, чтобы в трудную минуту было кому подставить плечо. Самара стала вторым городом в России, где открылся Центр защиты материнства. Его цель – оказать комплексную поддержку женщинам, попавшим в беду, пострадавшим от любой формы насилия в семье, одиноким и несовершеннолетним матерям, воспитывающим детей, а также беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И это их шанс сохранить ребенка. Мне кажется, что переоценить значение этого события невозможно, потому что помимо того, что здесь будет оказываться конкретная реальная помощь мамочкам, которые, оказавшись в сложной жизненной ситуации, но все-таки сохраняют своего малыша, потому что чувствуют поддержку. Но и для многих других женщин это будет таким примером очень важным задуматься, неужели я, имея вот все к тому, чтобы дать жизнь малышу своему, еще здесь раздумываю о его судьбе дальнейшей. В Самарской области ежегодно фиксируется около 130 случаев отказа от детей. В регионе существует 7 социальных гостиниц. Но центр «Ты не одна» – совершенно другая модель социальной помощи. Новая, поскольку в его создании участвовали благотворительная организация, фонд Андрея Первозванного, государство в лице Министерства социально-демографической и семейной политики и Православная церковь. Изюминка эксклюзивности ее в чем? В том, что она создана при непосредственном участии священников Русской Православной Церкви. И я надеюсь, что в основе тех подходов, которые здесь будут использоваться, в том числе и вот именно влияние батюшки и встречи с батюшком. Уже сегодня поселиться в новом центре готовы 5 женщин, которым некуда пойти. Даже тем, кто имеет родственников. Несовершеннолетняя внучка Людмилы Михайловны стала одной из них. Я впервые встречаю подобное предложение. Думаю, что оно необходимо. В том случае, когда беспомощные, без поддержки люди, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить помощь, первую хотя бы помощь. В центре «Ты не одна» женщин ждет кровь, питание, необходимые вещи. Многие из них росли в асоциальных семьях. В результате они не получили необходимых знаний, как строить отношения. Поэтому стоит задача не просто дать пищу и временную защиту, но и решить их внутренние психологические проблемы. Научить, как противостоять жизненным трудностям. Ведь у них нет близких людей, которые могли бы помочь. Девушкам надо определиться, как жить дальше, найти работу, стать успешными людьми, чтобы их дети прожили более счастливую жизнь, чем сложилась у них. И самое главное, что, ну, не самое главное, одно из необходимых вещей, которые мы ввели, мы дадим возможность, сейчас обсуждается вопрос, как это правильно сделать, и накопить определенную сумму денег, чтобы потом не с пустыми руками выйти на свободное плавание, скажем так, да, потому что мы предусматриваем сейчас возможность работы для них, и они будут получать какую-то зарплату, ну, по желанию, конечно. «Ты не одна» – это название нового центра. И одновременно название важного проекта «Святость материнства» фонда Андрея Первозванного. 24-м российским партнером фонда Самара стала год назад. У нас уже есть опыт взаимодействия с 4 регионами, то мы можем сравнивать, где как идет работа после подписания соглашения. И вот то, как Самара активно включилась и в мероприятия программы «Святость материнства» в других регионах, потому что везде всегда есть представители Самарской области. Вот. И кроме того, здесь проводится собственная работа. Наша мечта, чтобы в этом центре вообще не было постояльцев. Чтобы женщина никогда не стояла перед выбором, нужен ли ей ребенок, призналась на открытии Наталья Якунина.
С этим солидарны и в правительстве Самарской области. Но в то же время мы готовы сказать, ты не одна. Мы все-таки рассчитываем, что таких женщин будет поменьше, потому что мы совместными усилиями будем все для этого делать. Но тем не менее, ситуации в жизни бывают всякие. И мы должны дать сигнал, что в любой ситуации жизненной, какая бы ни складывалась, человек не остается один на один со своими проблемами. Мы всегда готовы подставить плечо, поддержать, социализировать. И потом, конечно, наша основная задача, чтобы потом была совместная, хорошая, красивая семейная жизнь. Стать мамой – это большой подарок от Бога. Только у мамы есть удивительная возможность наблюдать каждый день, как маленький человечек открывает этот огромный удивительный мир. Как он делает все впервые, как с упорством и интересом изучает все вокруг, как его удивляют самые обычные вещи. У мамы есть уникальная возможность открывать этот мир для своего малыша, вместе с ним познавать его и делать открытия. А еще счастье быть мамой в том, что вас любят самой большой и искренней любовью. Гуси, гуси, да-да-да, есть хотите? Да-да-да. Поиграть с Алиной в доме ребенка пытаются все, даже те, кому совсем некогда. Действительно, трудно пройти мимо такой милейшей малышки. Алинка давно запомнила знакомые лица, встречает своих воспитателей радостной улыбкой, а к незнакомым людям присматривается настороженно. Девчушка очень общительная. Она освоила уже много звуков и слогов, легко подражает взрослым. Вот как хорошо! Вперед-назад! Вперед, да, да, да. Берет игрушку из рук взрослого, начинает перекладывать, что это, в общем-то, соответствует 6 месяцам, поэтому она чуть-чуть даже уже начинает опережать свое развитие. Своим развитием Алина удивляет всех. В доме ребенка такие дети редкость. Может быть, причина в том, что девчонки уделяют достаточно много внимания? Во всяком случае, Алина прекрасно стоит на ножках, упирается ими, легко переворачивается сбоку на бок. Давай, давай, вот она у нас как умеет переворачиваться. Вот она у нас как умеет переворачиваться. Садись, Алина, садись. Вот как мы ее посадили. Ложись, 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 ложись. И теперь опять давай. Садись, 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 садись. Вот как мы садимся. Алина никогда не капризничает. Даже если ей что-то не нравится, малышка проявляет это деликатно, как взрослая. Обычно ребенок улыбается и излучает вокруг себя позитивную энергетику. Характер все-таки закладывается ближе к 3 годам. Формируется он сейчас еще только. Но по темпераменту можно сказать, что она, конечно же, очень такая оптимистичная девочка. По темпераменту, скорее всего, это будет сангвиник. Такая жизнерадостная, жизнелюбивая, очень общительная ребенок. Вот она какая киска. Глазки у нее, да, глазки у киски. Глазки у киски у нее. Да, давай рассмотрим киску. И все-таки для того, чтобы вырасти здоровой, красивой и счастливой, у Алины есть не все. Точнее, нет самого главного. Маленького ребенка совершенно необходимо укачивать, прижимать к себе, гладить, петь ему песенки. Только тогда он чувствует себя защищенным, спокойным и уверенным. Полноценное развитие ребенка возможно только в контакте с мамой. Пусть она скорее услышит и придет.